Yeah. I don't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Всем привет, ребятки, вы на канале Denplay. И сегодня я вам покажу, как закрыть Гренни в банке. Как закрыть Гренни в бане, чтобы она туда не выбралась. И можно ее там запарить. Как хотите. Вот я вам покажу сейчас этот способ, как ее закрыть. Видео будет очень маленькое. И хочу передать привет The Best. The Best, тебе огромный привет. Ну что же, давайте, загрузочка идет. Вот. Мы, наверное, вот уже последнее видео наше про Гренни. Будет так. Давайте тогда. День первый. Первый денек мы просыпаемся, берем вазу и бежим быстренько через другой путь, мне кажется, более лучший. В эту, как ее? В подвал. Вот таким вот способом мы бежим. Вот этим способом лучше всего бежать. Это я вам говорю сразу так. Вот таким вот способом. Давай, вот эту дверьку открываем. Вот так вот сдвигаем. И вот бежим вот сюда. И сейчас мы появимся здесь, почти уже в подвале. И потом побежим, сядем в машину там. Ну, короче, я вам все сейчас покажу. Если кто-то не знает. А ну-ка, дайте, сейчас она пускай сюда прибежит. Ну, погнали сразу. Ой, Гренни, сейчас она сюда придет. Давайте ложим вот сюда, вот так кидаем вазу и бежим в машинку быстренько. Круто. И сейчас она зайдет туда, и мы ее быстренько закроем там. Запакуем в банке, и все, она будет там сидеть. Давайте, сейчас она придет. Идет уже, я слышу, вот она. Сейчас заходит она в баньку. И мы ее закрываем. И закрывай. Есть, закрыли, ребята, все. А ты в заперти, бабка. Я, ребята, вам лучше советую не... Ой, я бампер сломал случайно. Я вам советую не включать вот это вот. Потому что... Она там за... А ну-ка, тихо. Как она выбралась, алё? Ой, она выбралась, ребята. Вот, вы видите, какой прикол? Ну, лучше, ребята, всё-таки её как бы... вот этим... Ну, как бы пар выпустить лучше всего, я вам советую. Я вам покажу сейчас еще некоторые прикольчики в Гренни, чтобы поинтереснее видео было. Просто смотрите. Давайте вот так роняем там эти всякие кресла, там ее. Дверь даже пытаемся там пооткрывать и встаем за дверь просто. Смотри, сейчас прикол какой будет. Ну, вы поняли, как Гренни закрывать баньки. Просто... Ну, просто лучше нажать все-таки... Ну же, давай. Ой, она идет. И мы быстренько встаем сюда за дверь. И за этой идеей. Как спрятаться легко от Гренни. Вот она там смотрит себе, смотрит там, кто же стульчик там или столик. Густил, вот сквозь эту щелочку мы видим. Или пошла Гренни, это бабушка наша. Или вот она ушла. И закрыли дверь. И дальше можем открыть дверь. Закрыть дверь. Открываем двери. Закрываем двери. Открываем двери. И где она? А где Гренни? Ой,
Вот с Гренни. Она нас заметила или нет? Я не знаю, она нас заметила, ребятки. Ой, как не круто, знаете. Ага, да, очень не круто. Ну, и еще я вам давайте покажу сейчас один крутой такой, как бы... Ой, тут рекламка у нас. Ну, ничего страшного. Вот, давайте сейчас я ее... ну, закрывать баньки ее лучше не надо. Ну, лучше, конечно, все-таки забагать ее. Это легче будет, ребятки, в 100 раз. Ну, в баньке закрывать это просто так. Поинтереснее, чтобы было, как бы. Я показать решил. Ой. А дверь это открыта. А ну-ка, сейчас дайте я вот сюда так пройду. Тут что-то пооткрываю. Например, открыла холодильник и закрыл. А вот и Гренни. Привет, Гренни! А хочешь, я тебе покажу? И хочешь, я тебе побегаю? Вот, ребятки, все. Ай! Ага, все, разработчики это сделали, этот прикол, потому что стол был круглый, по-моему, раньше или нет. Просто, что она через стол может убить вас, как бы. Ну, да, это не работает уже, как бы, знаете. Ну, и вот такой вот есть прикол, только вазы нету, знаете. Где вазу найти? А ну-ка, дайте я сюда вот залезу в шкафчик. А ну-ка, я попробую хотя бы как-то ее. Ну. Гренни, ты идешь туда или нет? Вот она пришла. Ой, капкан положила. Ну ты и даешь, бабка. И что, и что, и что ты хочешь? Если мы откроем, я так. Вот. Она нас не видит. Вы видите? Просто это она нас не видит. А если мы вот так вот ее... Ну-ка, если я вот так... Вот так. Ой-ой-ой-ой, она сейчас придет, да? Вот она пришла уже. Нет, 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 ребята, она нас увидит. Увидела, увидела. И пятая, последний день там у нас уже идет. Я просто решил показать, как закрыть Гренни в баньке. Давайте ее еще попробуем сейчас все-таки закрыть. Хотя нет, я не буду ее закрывать, лучше вы поняли, короче, все. Просто нажимайте там off, on, и все, она там запарится там просто. Вот тут капкан ее. Ой. О, она идет. Она смеется, ребятка. Ну, вы это не слышите, наверное. Нет, увидела, увидела, увидела. Бабка нас. Ну, и что ты нам сделаешь? И что ты нам сделаешь? А, нет, только не это. Только не это. О, я очнулся. О, бабка вон там стоит, вон. Эй, привет. Конец игры. Game over. Ну, я вам показал все. Просто решил, чтобы видео подольше было, побаловаться там чуть-чуть. Ну, все, давайте на этом закончим, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А рекламы вы дурацкие. Всем удачи и всем пока.